свого вони досягли, вони на ваших авторитетах забили голоси рік тому, а тепер ви їм начик не треба. От і все. Тільки би вони куди прийшли, от і все. Вот так стоит охрана и не впускает вовнутрь депутатов, которые приехали отстоять свою позицию. Вы нас вызвали на конференцию. Почему мы должны стоять на улице и не заходить вовнутрь помещения? То есть это изначально идет неуважение к своим депутатам, которые шли от вашей партии. Когда вас кандидат в мэры ворвалась при подсчете голосов на избирательный участок Рева, ворвалась при подсчете голосов на избирательный участок с непонятной сумкой, с непонятными личностями, вот так отстранили полицию. Вас не смущает, что ваш депутат от ОПЗЖ, голова фракции на тот момент, Рева Лариса Николаевна, баллотируется в Верховную Раду в 2021 году от партии «Батьковщина». Вас ничего не смущает в этой схеме? Здесь был председатель. Он с вами всеми разговаривал. Кто? Ну, вот где? Юрий Владимирович. Какой? Да он даже не представился. Он даже не представился. Он сказал, я не председатель. Ему подавали душ голова. Я можно... Он сказал, не председатель. Да. Да. Ну, я не могу утверждать. Я хорошо. Или... Вы это записали? Конечно. Нет, вы это записали? Почему вы не даете вовнутрь зайти депутатам? Почему отношения к депутатам, как к собакам. Почему депутаты элементарно не могут зайти в туалет? Люди ехали по 5-6 часов. Время 14:05. Пока я отходила в туалет, заседание, все закончилось. Вот так у нас проходят конференции партии ОПЗЖ. Вначале держат людей на улице, доводят до нервных срывов, а потом, когда человек уходит в туалет, они эту конференцию заканчивают быстро.